Сегодня в меню – куриные желудки в пиве. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Морковь – 1 штука. Мука – 1 чайная ложка. Лук репчатый – 1 штука. Пиво светлое – 0,5 стакана. Сметана – 1 столовая ложка. Куриные желудки – 400 грамм. Перец черный молотый – по вкусу. Подсолнечное масло – 30 мл. Куриные желудки – отличный субпродукт, из которого готовят всевозможные вторые блюда, закуски и супы. Хочу предложить необычный рецепт – куриные желудки, тушеные в пиве. Необычно и вкусно. Подготовьте ингредиенты для приготовления куриных желудков в пиве. Куриные желудки обработайте. Удалите жир, жилки, пленку, если они есть. Тщательно помойте и выложите в кастрюлю с толстым дном. Налейте воду так, чтобы она полностью покрывала желудки. Варите их до мягкости примерно 1-1,5 часа. Морковь и лук очистите, помойте и нарежьте. Выложите в сковороду, налейте растительное масло и пассируйте 5-6 минут. После выложите в кастрюлю с желудками. Влейте в кастрюлю пиво. Сметану перемешайте с мукой и добавьте к желудкам. Налейте 100-150 мл воды. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите куриные желудки в пиве 10-15 минут и выключайте. Куриные желудки, приготовленные с пивом, приобретают особый, пикантный вкус. Сметана, добавленная в соус, придает блюду сливочный вкус и бархатистость. Гурманы оценят это блюдо по достоинству. Пиво берите только светлых сортов, оно менее горькое. Подавайте к столу в горячем виде с любым гарниром. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!